Почти 250 человек пострадали в ходе столкновений в Венесуэле. Такие данные приводит оппозиция. Люди были ранены железными болванками, дробью, были отравлены газом. Оппозиция обвиняет во всем силовиков. Якобы полиция привлекает на свою сторону людей с криминальным прошлым и жестко разгоняет протестующих. Акции протеста охватили Венесуэлу в начале апреля. Ситуация в стране и без того была напряженной из-за экономического кризиса. В Венесуэле нехватка лекарств и хлеба. Но последней каплей стало желание главы государства Николаса Мадуро расширить свои полномочия и ограничить власть парламента. Тысячи людей вышли на улицы и высказались против изменения Конституции. В итоге Мадуро передумал. Верховный суд отменил решение, но народ не успокоился. Протестующие требуют от президента уйти в отставку и провести досрочные выборы.